Ну что ж, дорогие друзья, продолжим. Вы видите, я поставил темные доски абсолютно, да? Потому что я сейчас хочу заставить светиться уже не сам фон, да, и солнышко. Я хочу, чтобы светились абрикосы. Чтобы они излучали как бы такой солнечный свет. Поэтому смотрите, я поставил здесь стрип, а здесь поставил черную отражатель. Ну, вы знаете, да? То есть у меня вот пенопласт покрашен черный, и я его вот так вот поставил. Так, чуть прислоним, чтобы не падал. Хорошо. Из досок соорудил такую лавочку, не лавочку, ну, в общем, фон. И отключил все вспышки, кроме вот софтбокса и вот этого тубуса, причем тубус сделан минимально, мне нужно только чуть-чуть, чтобы он вот здесь подсветил, чтобы совсем не уходило в темноту. И дал небольшой рефлексик на фон. Тогда должно быть нормально. Сейчас проверим, ребята. Давайте сфотографируем теперь. Ну вот, мне кажется, задача, которую я себе поставил, она решилась. Оставил ту же самую схему света, только здесь сейчас деревяшечку поставил. Вот такой сделал натюрмортик. Ну и попробуем с той же схемой сфотографировать это. Это штаны подтянул. Ну, поехали. Ну что ж, очень даже экзотичненько получилось, должен я вам сказать, может быть, чуть-чуть развернуть, не цветы найти. Еще разок. И добавить. Вот. Ну, посмотрите. То есть, если вы уже сделали схему, да, пробуйте еще что-то с этой схемой. То есть, не надо бегать от схемы к схеме. То есть, вот сделали, раз попробовали, такое попробовали, это попробовали. Ну, в итоге наберете нужное количество ваших картинок. Ну, и, как говорится, Бог Троицы любит, да, поэтому давайте мы возьмем. У меня есть такая красивая. Я ее на рынке купил, помните? Вот. И мы ее еще сюда поставим. И сфотографируем с этими делами. Благо, их у меня много. Я обычно подкладываю сюда что-то, яблоки или еще что-нибудь более дешевое, скажем так, которого у меня много. И потом уже абрикосы или персики. Ну а так как у меня в этот раз их очень большое количество, я просто более желтые положу на низ. А более яркие сюда, наверх. Видите, 2 килограмма вполне достаточно. Ну и бошку я сюда пару еще разрезанных, почему бы нет. Здесь по смыслу не нужны. По смыслу они не нужны. Вот так.
Все, хорошо. Так, теперь нам нужны веточки. Как мы помним, нам нужно от этих лишних освободиться. Еще и иголки есть. Кстати, может быть, кто-то по иголкам догадается, что это за зверь такой был. Ну, во всяком случае, знаете, я вам скажу, нужно быть настоящим натуралистом, чтобы это отличить. Я уже и так смотрел. Ну да, они, может быть, чуть-чуть тоньше абрикосовые, хотя не обязательно. Так. Ставим. Так. Окей. Обязательно парочку здесь, естественно, надо положить. Так, и вот тут у меня есть лаванда. Сорвал у Поповского дома. Я брошу сюда. Для красивости. Все пахнет как хорошо. Зараз такая. Нет, тут это было правильно. И еще я эти листочки выведу вот здесь. Вот так. Во! Хорошо. Ну, это в процессе уже. В процессе мы с вами определимся, как лучше сделать. Вот, ну-ка. Ну, вроде смотрится неплохо, я вам скажу. Давайте фотографировать. Так, проверяем. Получаем. Ну вот, дорогие друзья, в конечном итоге вы видите, построив одну схему, с ней можно дальше играться. То есть ее можно простую делать, вот как эту. Потом немножко усложнить, ну и потом ввести в сцену те вещи, какие у вас есть. То есть из этого можно вытянуть довольно-таки много. Довольно-таки много. Не прибегая, как я говорю, к большому количеству. Вы видите, у меня работает всего лишь спот, стрип и отражатель. Все. А эффект получился неплохой, правда? Ну что ж, на этом вторая часть персикового дня закончена. Я бы хотел дальше поработать, но дело в том, что у меня тут еще пару планов есть. Там клиенты прислали кое-что. И сегодня не забывайте, у нас еще фотопосиделки, да? То есть 18 часов по Москве, как всегда, вечером мы с вами увидимся, и я постараюсь ответить на ваши вопросы, если такие возникнут. А иначе будем говорить про космос, про плоскую Землю или еще чего-нибудь. Всего доброго, друзья. Я надеюсь, что вам видео было полезным и интересным. Пока.